старший лейтенант полиции. Я инспектор. Что стало? Что инспектор? Чего? Как ты должен представляться? Что стало? Скажите, мы на вызов поставили. Да инспектор патрульной полиции Ирпинского видела патрульной полиции. Ну, что фамилия. Старший лейтенант Живоглят. Еще раз фамилию. Я назвал фамилию. Фамилию еще раз, старший я не разобрал. Живоглят. Живоглят? Да. Что, а поворотики, да, мы не включаем, да? Понятно. Объезжает очередной раз. Без поворотов. Ну, сейчас узнаем, кто такой. Здрасте. Здрасте. А скажите ваши данные. Мои данные? Да. А зачем? Предоставьте, пожалуйста, удостоверение. А с кем я общаюсь? Закон о полиции, 18, пункт 3, на вымогу особы. Что вы должны? Предоставить? Предоставить удостоверение все. Давайте показывайте. Я покажу камеру. Убирайте. Давайте, предоставляйте удостоверение. Я на камеру не показываю удостоверение. Номер жетона скажите. Какой номер жетона? На рукаве вот. Номер жетона, говорю. Это я номер жетона. Номер жетона на жетоне. Что осталось? Я не вижу. 0-0-2-40. Ну а дальше? Ну выйдите сюда, предоставьтесь. Давайте мы на вызов, Витя. Давайте вызов, быстрее. Вы боже, мы стоим 5 минут, мне показали удостоверение, поехали. Вы сами затягиваете время. Что стало, скажите, давайте. Вы кто такой? Старший лейтенант. Такой? Старший лейтенант полиции. Я инспектор. Что стало? Что инспектор? Чего? Как ты должен представляться? Что стало, скажите, мы на вызов поставьтесь. Инспектор патрульной полиции Ирпинского видела патрульной полиции. Ну, что фамилия. Старший лейтенант Живоглят. Еще раз фамилию. Я назвал фамилию. Фамилию еще раз, старший я не разобрал. Старший лейтенант Живоглят. Живоглят? Да. Все, нарушаете правила дорожного движения. Не указывайте, не указывайте показатель поворота, когда двигаетесь. Причина какая? Задний, передний. Левый. Левый, левый. Как ваша фамилия? А де він не включив поворот? Как ваша фамилия? Создайте себе проблемы на ровном месте. Вчерашний Валерий Сергеевич. Валерий Сергеевич. А де він не включив поворот? Здесь, когда мы двигались по этому, по Ирпеню.